Всем привет, дорогие зрители, подписчики моего канала, с вами Туз Геймс. Так, мы продолжаем с вами выживать на острове. Большое спасибо за советы, сказали вырубить это дерево. Оно уже выросло, хрена себе. Иначе через него не простреливаются, типа, кусты и нельзя попасть в этих наших гостей, которые к нам приходят. Я предлагаю лучше тогда... Ох, смотри, тут и эти растут. Ёлки. Так, сейчас, секундочку. One second, please. Так. Все, так. У меня на колонке звук был, я забыл переключить. Наушники, вот. Такс. Как обычно, подготовился. Это дерево, не знаю, надо вырубить, нет, но пока оставлю. Пока вроде как. Если что, можно будет лёпнуть. Так, сука, иди сюда. Так, мясо краба взяли. А где мясо краба? Да вот, найдите, что поесть. Вот, блин, убежал краб у меня. Опять убежал, сука. У меня же вон на шестерке они, я их в инвентаре смотрю. Так, ладно, еще два их быстренько пожарим. Дрова у нас есть. Так. Копить не хочу. Так, а что ремонтировать тут можно? Так, съездим к нашим любителям стрел. Вот. Второе. Ну, берем всякой херни, короче. 34 у нас дерево. Так, я тоже скину. Куда их? Угу. С рыбалкой что-то у меня так и не получилось, я не понял. Так, ездим днем. Посмотрим, что и как. Сейчас поем и поедем. Так. Есть. Так, поставить чуть-чуть. Древесина, ладно. Поехали. Предлагаю поехать. Сейчас, секундочку, паузу нажму, отвлекает тут, блин, как всегда, сядешь и... Так, все, вроде сказал, что... Спросите, пожалуйста. Ты прям так подготовился? Очень подготовился. Так, троечка. Болторезик. А что? Ебать, блядь, что ты сделал? Болторезик, блядь. А что он это? Ну и как мне сейчас теперь отсюда свинтить? Полдня выгребаем. Пойду я съезжу к этим аборигенам. Надеюсь, сейчас-то получше. 50 патронов у нас есть.
Я имею в виду повоюем, а то с луком я даже не знал, как с апартаментами, правильно? Да. Это же здесь, да, не здесь. Да сейчас это. Нафаршмачим им всем там. Обратки соберем это. Консервы. Соберем эти припасиков. Стоят он, блядь. Что там на якусе? Отсюда же пузыря. Ой. Ну там вот. Ну вот о чем. Блять, о чем не регает нихуя? Я хуею, блядь. Че, в упор надо подъезжать? Или че? Блять. Ну во. Какое-то говно, блядь. Так, блядь, помер. Высоко, что ли, беру, не пойму. Нихуя не понимаю, как она работает. Ну вот, блядь, подъехал я. Так, снайперов убрали. Ну вот куда? Куда в тебя? Стрелять, чтоб ты умер. Как-то хуй поймешь, непонятно. Какие-то пули непробиваемые еще. Надо было консерв, что ли, набрать. Замочили мутантов. И все, что ли, у них тут? О, капуста, картошка, нифига себе. Нихуя себе, это обед все. Инвентарь говорит полный. Так, что мне сделать? Так. Ковер. Так, будет мобильник. Это что такое? Так, капуста. Капуста нужна. Ковер я возьму. Уголь мне не нужен. Металлолом. Это что такое? Угу. О, отлично. Так. Ну и все. А, там чертеж какой-то был еще. Где он? Ух ты, блядь. Вылез, блядь. Откуда оно? А где чертеж-то? Я его взял, да, ведь? А не, его. Ух ты. Краники. Кроссовки. Хуяси. Наручник. Куда? Хуяси.
Его можно починить будет. Так. Да ебаный рот, ты можешь попасть нормально? Так, а шлемак, наверное, надо взять. А куда это, вместо чего? Погнал. Картошку я поел, вкусней. Металлолом. Ладно. Кровать, блядь. Я там разнесу весь сразу, чтобы они больше не были. Так. Так, что, 44, а сколько можно набрать? Так, поехал я нахер отсюда, таксу. Сундук, подожди, вот, точно. Я выгружу сюда все. У меня же есть, блядь, точно. Че я, блядь? Ну, че сюда? Ебать, блять, какой тупой он. Блять, не регится вообще нихера. Ох, вот стоит так. Блять, блять, какой-то. Я все выгребем с этого острова. Деревяшки нам нужны будут. Давай, блядь, чё ты хиляк, что ли? Так, ну вроде все выгребли, да? Здесь как бы ничего нет. Второй этаж тоже так, по-моему, блин, чёс. Всё, нахуй, поехали отсюда. Все, зачистили лагерь, так и деревьюшку. Так, троечку сделал, так, бля, видно лучше с этим топором. А никого нет у нас. Ускорение. Там кто-то лазит у меня, нет? Как-то странно летит оно, вроде как целишься, не знаю, непонятно. А у меня еще энергия садится. Так, смотри, вот парфюм большого класса есть. То сижу, а то какой-то дохлый у меня придурок. Где, что ли, стрелы потратил я? А, не, у меня же это. Тут цвет изменить, блядь. Где оно? Так, мясо пойду пожарю. Да, не денется.
Так, есть. Не знаю, на кой хер нам уголь, но пусть будет так. Чё у меня тут? Так, надо еще один деревянный сундук будет сделать. Так. Сварка есть, хера себе тут, да. Надеюсь, меня там не угонят, так. Не время спать, да. Пойдем. Возьмем, все пригодится нам. Нам все пригодится. Так, секунду, что-то у меня микрофон не здесь. Блин, вам слышно, надеюсь, было? Ну, как всегда, ё-моё, как бесит. Так. Ну, это, наверное, надо будет. Уже. Постелить ковер, что ли, это зачем? Так, какой-то мы барахла набрали какого-то. Дело нахуй. Отдать не могу. Я не особо хочу. Да. Шлемофон. Где у меня шлемофон? Так, подожди. Нужно будет сделать еще один ящик. Так, строить. Чисто барахло. Да. Сюда. Не, не сюда, наверное. Сюда поставлю. Еда и будет, сейчас поспим. Ты чё мне? Как мне? Непонятно, как ремонтировать. Ладно. Хорошо. Поспим. О, как раз 10 утра, нормально так. Чё у меня энергия не, заполнилась нормально? Так, что мы там можем сделать? Построить огненные чаши. Давайте попробуем. Плита может использоваться для приготовления более питательных блюд. Улучшенный гриль. Можно построить. Так. Ну смотри, мы модники, общаска, у нас все закрыто. Штанцы есть. Так, только со шлемом что делать? А, броню. Так, пока, наверное, сажать, а как сажать себе? Садил, что ли?
Чё, почему нельзя использовать? Есть что ли же? Он что-то растет. Куда там, блядь? Вылазит еще. Грибочки, так, соленья мы делать не умеем. Ага, вот что можно еще садить. Так, обязательно посадим, но можно будет сделать рассаду. Ковер, самолет там постелить. Я как понял, походу, мы тогда утеночка ставили вниз куда-то. Его вообще нельзя потом было убрать, ну ладно. Забрать почему-то нельзя было, ну ладно. Так, что там с чашей? Где ее искать-то? Так, миссия. Так, это жаровня, да? Откуда у меня шишка была, кто-нибудь скажет мне? Так, подожди. А где это говно-то? Не могу. А вот огненная чаша. Так. Да, поставлю. Правильно. Смотри, это говно не добавляет нам этих энергии, блядь, нихуя. Лимонов будет найти надо. Будем разводить сад и огород, короче. Воды не требует. Наверное, это я все сюда сложу и положим в этот. Пока не выдули этого, так, ну, вроде как бы тут,
Мне вот хлопок надо где-то найти семена. Где их искать? Резина. Короче, сделаем ревизию такую небольшую. Какие-то материалы вот нужны, чтобы сшить одежду, я не знаю. Пойду съезжу на тот остров, на тот соседний. Глазею, что там. Так, погнали. Так. Там кто? Рейдеры, что ли, какие-то? Там вот тот остров наш, да? Инвентарь можно было, блядь, оставить половину. Но я так чисто на разведку. Там кто там какие-то воинственные, да? Это дом не рядом, блин. Такие трупы висят, смотрю, да? А, радиоостров. Там. Вот трупы висят. Ну, не трупы ни хера. Я думал, трупы, они просто зареспамились так. Ради остров, что-то, блядь. А, вот он, ради остров, да? Его как зачистить? Вот так. Что за хуйня тут? Так, время вроде нормально у нас тут. Дорога какая-то. Ну такой, блин, большой остров на самом деле. Что там, видимо, найдем? Мутанты, радиоостров, мутанты. Где там красное дерево, лап что-то? Нормально тут чижики эти, да? Расположились так. Целый порт какой-то. Это что, горилла, что ли, так? Я себе тут они. Понял. Что еще? Что там положит, интересно? Ну, рыбу положили. Надо было их подальше чуть-чуть забавить. А что так в воде их гасить и все, что нахер они нужны? Девять минут у меня есть, надо было.
бегут, бегут, бегут. Ну, серьезно, что ли? Давай, давай, иди плыви. Ура, блядь. Жопа кверх. Короче, я посъёбываем отсюда. На превьюшечку взять все-таки, да? Блядь, сожрал рыбу. 6. Как на превью вот? Ведром, что ли? Давайте возьмем. Так, с топором будем. О, превьюшка. Красиво. Все, погнал домой, набрали тут. А так дебилоидов-то можно уничтожать, в принципе. Что они меня сделают? Грунал, блин. Они респамятся, какая? Не, он рыбки под... Я рыбу сожрал сырую, в принципе, нормально. Газу добавим. Так, у нас же, по-моему, напротив был, да, этот? Я себе 70 километров в час на эту херню. А, вон прямо мост. Сзади никто не плывет. Вроде нет. Такой, знаешь, в лаптях такой едет, блять, вообще прикольно. Какие-то аборигены, мутанты, он такой чисто в шлепанцах такой, блять, типа а-ля чим-чим, блин, мчим, не при делах. Ну, мы кожи много набрали, да, смотри. Попробую поспать. Дерево выросло как. Чё, ты одет, мужик, чё ты полный? Так, наложаем здесь. Что там говорили? На четверку зажать кнопку, не тратится, да? Ну да, смотри-ка, не тратится. Вот он, блядь. А эти пришли, что? Сейчас заходит сюда. Может, встретим. Надо внизу будет эти поставить, чтобы видеть, кто там. Вот где-то. А вот. А нахер отсюда, дурак, блядь.
Пришли, блядь. Так, сохранить. Есть еще кто? Я, короче, спать. Враги поблизости, говорят. Какие враги? Где? Кто-нибудь видит врагов? Я не вижу. Так, урожаемый. Блять, уже утро, я только сейчас на рассвет. Так, спать. Спать сказал. Так, а где они вообще все? Я не вижу никого. Где они? Где-то тут, наверное, полюбас. Вон мост. Дурак мне не давал спать. Пойду я спать, короче. Энергия не восполняется от сна. Странно. Пятнадцать часов. Поищу. Восполняет энергию только еда. Очень странно. Попили чуть-чуть, так, поели. Так, правильно, сохранимся. В следующей серии поедем гасить это, этих. Радиоостров, вот этот. Можно еще что-нибудь собрать. Можно в следующей серии, можно набрать что-нибудь, я имею в виду, сделать. Так, что мы можем сделать? Так, посмотрим. Ух ты, это что такое можем уже сделать? Кирка. Для добычи руд. Может увеличить. Дай-ка я рюкзак поставлю. Так. И чё? А где в рюкзак мне такой взять? Оба. Так, за херня. Сделаем это.
Ну вот, можно уже воевать. Это что такое? Что здесь? Нормальный чижик такой. Так, 5, оп. Куртка, если что. Так, давайте сохранимся, да. Ну и, конечно же, продолжим в следующей серии. Комментируйте, ставьте лайки. Не забывайте про все уведомления, колокольчики. Ссылка на плейлист будет в описании. Главное, берегите себя и пока-пока.